Что-то я его поймать-то могу, шустрый. Приветики. Сейчас, подожди. Поехали. Всем привет, дорогие друзья! Ну, последнее время уехали в новые дома несколько птичек, и также я приобрела несколько птичек себе новых. Вот сейчас покажу. Это нашел новый дом, птенец травяного лазурного попугайчика. Вот он собирается в дорогу, мальчик. Вот такие мы были маленькие, хорошенькие. И в путь за новыми птичками. Мне нужны были самцы травяных лазурных попугайчиков. И вот я купила два самца, молоденьких совсем, в парке птиц Воробьи. Парк птиц в Калужской области немножко напоминает зоопарк. Кто не был, очень рекомендую посетить. Очень много птиц интересных и краснокнижных, и редких, и хищники, есть экзотариум. В общем, нам очень нравится. С детьми я там бываю обычно летом, по несколько раз за лето. Мы именно там купили моего первого лазурного попугайчика. До этого я даже не знала, что такие вообще бывают. И вот там увидела, прямо влюбилась в такого красавчика. И вот именно оттуда пошло мое увлечение этими попугаями. А это я вам показываю еще двух новых птичек, которых я купила. Тут ничего такого необычного нет. Это японские амадины. Ну, на какое-то время я с ними рассталась. А теперь вот мне опять захотелось, потому что я увидела вот светлых. Белую птицу, это самец, и светло-бежевую. Что-то они мне так понравились, что я захотела их вот в свою коллекцию птиц приобрести. В принципе, конечно, это очень милые, добрые птички. Исключительно положительные эмоции вызывают. Ну и вот именно светленькие смотрятся очень хорошо. Ну, лично для меня. То есть они просто вызывают какие-то положительные эмоции своим видом. Белая птица – это самец. Светло-коричневая самочка. Ну вот, надеюсь, они понравятся друг другу. Я их вместе посадила, как парочку. А я желаю вам удачи, успехов. Всем пока!